Грузовик «МАН» и «Митсубиси» не смогли разъехаться сегодня днем на проспекте Ибрагимова. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля, только выехавший с прилегающей территории, начал быстро перестраиваться налево. Увидеть иномарку в слепой зоне водитель большегруза уже не мог. Айрат Назипов с места происшествия. Надо снимать, говорю! Несмотря на то, что водитель грузовика в этой аварии был невиновен, сам мужчина решил выразить свое недовольство в присутствии прессы в весьма грубой форме. Как все произошло, рассказал второй участник аварии. По рассказам водителя Митсубиси, на дороге было плотное движение. Он выезжал со стоянки и, пытаясь повернуть налево во двор, начал уже было перестраиваться в соседний ряд. Но, судя по всему, дальнобойщик, едущий по средней полосе, такого маневра не ждал. Я думаю, успеваю залезть. Не получилось. Но он не увидел меня высоко, я же сигнал, я был поздно был. Водитель легковушки свою вину признал. Айрат Назифов, Адель Мулахметов, вызов 112.